Ми продовжуємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Це були новини від Анни Ільницької. Зараз ми хочемо поговорити про те, що все-таки відбувається в Росії, яким чином росіяни сприймають те, що в них з економікою зараз. З нами на зв'язку Михайло Фішман, російський журналіст. Він працював на телеканалі «Дождь». Михайло, здравствуйте, слышите ли ви нас? Здравствуйте, да, слышу. Добрый день. Добрый день. Мы слышим о том, да, появилась информация, например, что после, ну, явно провалившегося там первого этапа войны России против Украины, да, что начались, например, репрессии в пятом отделе ФСБ, да, который отвечал, собственно говоря, за это направление. Также есть информация, ну, опять же, ничем не подтвержденная, что якобы как вызывали Шойгу, да, министра обороны, вызывали на ковер к Путину. Как вам кажется, насколько эта информация может быть правдивой, и что это в принципе означает для войны России против Украины? Ну, мы не можем утверждать, так это или нет. Про это, к сожалению, это подтвердить невозможно. Это, ну, все-таки разряд скорее слухов, чем такой официальной информации, но звучит это достаточно правдоподобно, как мне представляется. То есть очевидно, что в Кремле понимают, Владимир Путин понимает, что все пошло не так, как он рассчитывал, и уже пора начинать понимать, кто же в этом виноват, кто его подставил, кто не обеспечил победного марша в течение трех дней, как, очевидно, его себе представляли в Кремле, когда начинали эту войну. И, конечно, логично, что должны быть какие-то разбирательства со внешней разведкой или с ФСБ, потому что а где результат их работы? Говорили, были, писали, были доклады даже в западных центрах, что российские спецслужбы там подготовили списки, подготовили диверсии, подготовили там готовы ко всем вариантам развития событий. Ну и где результат? Хоть как-то его, кому его можно продемонстрировать? Поэтому это кажется вполне правдоподобным. Ну и очевидно, конечно, абсолютно очевидно, что должны быть начаться какие-то репрессии в отношении военных, мне кажется, да, со стороны, опять-таки, Кремля и Путина. Потому что, ну, трудно утверждать, будет это Шойгу, будут это какие-то генералы второго ранга. Я бы не исключал, что и сам Шойгу может попасть под раздачу. Или глава генштаба Герасимов. Этого всего нельзя исключать. Вряд ли прямо сейчас, но Путин должен быть в гневе и абсолютно возмущен тем, что картина, которую мы докладывали, совершенно оказалась несоответствующей реальности, тоже вроде бы сомнений нет. Скажите, а вот, да, как вы считаете, вот эта грызня внутренняя, да, которая неизбежно должна была начаться, она выгодна Украине? То есть сама Украина от этого может что-то выиграть? Ну, смотря что вы понимаете под грызнёй, все-таки это не грызня, я бы не назвал это грызнёй, это конкретно недовольство Путиным. Ну, вот картинка, которая, значит, у него была в голове, никак не совмещается с реальностью, и он должен как-то на это реагировать, но это не грызня, это его, это он пытается уложить, так сказать, обстоятельства в своей голове. Я понял. Ну вот просто, ну, да, Это выгодно. Есть... В том смысле, что Украина выигрывает эту, можно сказать, ну как, Украина не проиграла войну. Это ее важнейшее достижение на сегодняшний день. Просто есть еще такая версия, разумеется, что никаким образом ее нельзя подтвердить, да, и опровергнуть, о том, что, возможно, Путина подставили военные. Ну, смысл этой версии в том, что, да, действительно, ему же давали разведданные, ему давали прогнозы о том, как это будет проходить. Очевидно, что эти данные, ну, не были неправильными, да. Как вам кажется, может ли быть, вот если даже предположить себе, что действительно кто-то что-то специально дал неправильную информацию Путину, может ли быть в окружении Путина человек с президентскими амбициями или с амбициями того, чтобы, ну, в общем, его сместить? Как вы считаете? Нет, я, честно говоря, себе такую картину сегодня не представляю.
Не могу себе представить, не вижу картину, в которой есть, строится заговор внутри окружения. Оно настолько слабое, оно настолько безвольное, оно подобрано специально таким образом. В течение 20 лет шла эта работа, что мне кажется, в этом смысле Путин защищен лучше Сталина, может быть, в свое время. То есть пока, по крайней мере, рассчитывать на то, что окружение Путина поднимется против него. Ну, вы видели, может быть, заседание Совета Безопасности историческое, как дрожали руки у тех, кто там выступал, и как они исправляли ошибки в прямом эфире. Ну, не в прямом эфире, а в записи, но неважно. Боясь сказать не то, что от них хотят услышать. Ну, характерно, вот, что в записи это оставили, видите? В записи это оставили, это тоже был характерный момент, имеется в виду, что, разумеется, могли отредактировать какие-то огрехи того же Нарышкина дрожащим голосом, но да. Все-таки это оставили, да, это тоже, мне кажется, оставили, потому что чтобы показать, кто главный, а кто на посылках. Для этого и оставили, чтобы было понятно, что есть только один царь, одна глава все решает, а все остальные ей прислуживают. А чисто исторически, да, вот, ну, разумеется, мы не так подробно следили за российской политикой, как вы, да. Как так получилось, что действительно в его окружении нет человека с амбициями, то есть нет человека, который, ну, понимает, окей, кажется, он что-то делает не то, и, возможно, я, не знаю, это мужчина или это женщина, да, вот они захотят, в общем, представить какое-то о себе альтернативное будущее для России. Ну, все-таки 20 лет Владимир Путин этим занимается. Я вам напомню, в 2007 году он уходил из президентов, поставил вместо себя преемника. Он выбирал тогда между Сергеем Ивановым, тогда он был вице-премьером по обороне, по промышленности, и Дмитрием Медведевым. Считается, что Сергей Иванов не прошел этот кастинг, потому что он там слишком демонстрировал свои амбиции, хотя их было совсем незаметно. Поэтому Медведев оказался преемником и президентом и уступил потом. Представьте себе, Владимир Путин провернул спецоперацию, в которой президент страны уступил ему свой пост. Вот чего он уже успел добиться, это было уже сколько? Почти 10 лет назад. С тех пор его диктатура только укрепилась, его власть только укрепилась, страх перед ним вырос в разы. Конечно, там дышать боятся люди, когда проходят мимо него. Это физический страх, который они испытывают, находясь с ним в одном помещении, и когда он поднимает на них глаза. Владимир Путин специально... Вот он, у него есть недостатки, есть достоинства, есть там... То, что он умеет делать, есть то, что он не умеет делать. Вот что он умеет делать, это вербовать и работать с людьми. Вот это действительно у него такой его главный навык, благодаря которому он удерживается на троне. Именно благодаря ему он окружил себя людьми, которые не в состоянии не то что там подумать о том, как поднять на него руку, но даже просто возразить ему хоть в чем-нибудь. Сейчас много, да, мы говорим о том, ну, вернее, как рассуждаем о том, кто может влиять сейчас на Путина, да, кто эти люди. И в New York Times выходила колонка вашего коллеги Михаила Зыгаря, да, и он, например, среди прочего, он написал, что, например, есть такой Юрий Ковальчук, главный там акционер Банка России, да, и, там, который контролирует, в общем, медиа, эти прогосударственные медиа российские. И, значит, знаете ли вы что-то о Юрии Ковальчуке? Можете ли вы это подтвердить? Там интересный момент в том, что якобы, как это называется, идеология этого Ковальчука строится на смеси из православной эзотерики, антиамериканских теорий заговора и гедонизма. Очень интересный коктейль. Так вот, знаете ли вы что-то об этом Юрии Ковальчуке? И, в принципе, кто люди, которые влияют на Путина, с кем он, в принципе, разговаривает? Да, мы, конечно, знаем о Ковальчуке, естественно, с конца нулевых годов его имя звучит, тем более в десятых годах. И, ну, собственно, не надо обладать инсайдом Михаила Зыгаря для того, чтобы знать о том, что Юрий Ковальчук – это ближайший соратник
Владимира Путина. И самый, наверное, видимо, как принято считать, и, ну, чему и было много довольно разного рода подтверждений и свидетельств, самый вхожий к нему человек. Это так. Его представление, его картина мира, она тоже известна на самом деле и не раз, потому что она на самом деле одна и та же и для Юрия Ковальчука, и для его брата Михаила Ковальчука, который тоже не столь влиятелен, но входит в тот же круг, если угодно. Михаил Ковальчук, в отличие от своего брата, лицо публичное, он глава Курчатовского центра, он много раз, он выступает с лекциями, дает интервью, его картина мира прекрасно известна. Это вы можете много найти на YouTube и увидеть, как он рассуждает и о чем. О том, как американцы расставляют биолаборатории по всему миру, о том, как ковид был запущен тоже, очевидно, американцами для того, чтобы убить лишних людей на планете и так далее. Этот набор конспирологических представлений, он бесконечен. И это тот мир, та картина мира, в которой Владимир Путин существует. Вместе с Юрием Ковальчуком, вместе, там, видимо, с другими его представителями ближнего круга, будь то там... Ну, мы эти имена все слышали много раз. И вот, собственно, тот мир, который они сами себе создали, и внутри которого они варятся уже много лет. Тем более изоляция это все умножила в десятки раз, возогнала эту конспирологию до уже совершенно безумных каких-то масштабов. И в результате мы имеем то, что мы имеем, ту совершенно безумную... безумную картину, которую нам предлагает Путин вместе с государственной пропагандой видеть вместо того, что они устроили в Украине. Понятно, да, и тут как раз становится понятно, откуда взялись эти прекрасные пропагандистские сведения о том, что, значит, биолаборатории американские расположены в Украине, слушайте, голуби да. или какие-то птицы, которые должны были, значит, абсолютно, нападать на представителей определенной расы. Это все один и тот же пакет знаний и представлений. Это вот как они собирают генный материал там, в российской армии. Такая была телега у Михаила Ковальчука. Это бесконечный набор абсолютно безумных представлений о действительности, которые они выливались в государственные решения уже не раз в течение последних 10 лет. Там постановление указов. Ну и понятно, что можно представить себе, как они это обсуждают между собой, когда там чокаются бокалом Черноморского где-нибудь вот в районе Геленджика в своих там хоромах. То есть очевидно, что нам, наверное, нужно посмотреть действительно на YouTube посмотреть выступление Михаила Ковальчука, чтобы знать, в чем еще следующем обвинят Украину. Вы также, я понимаю, что... Я не раз его цитировал, собственно, в своих программах на «Дожде», чтобы с его помощью вот, пояснять ту реальность, которую нам хотят ту картину мира, которую они хотят нам изобразить. Они искренне в нее верят. Также мы понимаем, да, что как нет и во власти, да, нет человека, который бы имел амбиции сместить Путина и, допустим, возглавить Россию, также нет и вот этого некого либерального альтернативного кандидата. Ну, то есть Алексей Навальный, который сидит в тюрьме, но никого другого, кто смог бы возглавить протесты, да, мы видим, что, ну, сколько там, ну, несколько тысяч человек все-таки выходили на антивоенные протесты в России, они были задержаны. То есть такого кандидата тоже нет. То есть человека, который бы смог возглавить эти протесты, его не существует в природе. Ну, собственно, Навальный, как мы теперь понимаем, не случайно сидит в тюрьме, не случайно был отравлен в августе 2020 года. Это теперь это совершенно иначе. После того, как Путин начал эту войну, теперь совершенно иначе смотрится то, что произошло с Навальным. В конце прошлого года один корреспондент BBC Петр Козлов спрашивал у Путина на пресс-конференции. Это был декабрь. А почему? Что такого случилось в этом году? 21-й был год на дворе. Что
все стали превратились вдруг в иностранных агентов, журналисты и средства массовой информации, что мемориал уничтожен и закрыт, что вокруг все закрыто на основании того, что это экстремистская деятельность и так далее. Вот именно в этом году это произошло. Почему? Спрашивал корреспондент. Путин, не помню, что ответил, даже не важно. Важно, что это очень... Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. Почему это все происходило? Почему репрессии в России начались сначала реформы Конституции лета 2020 года, потом отравление Навального, потом Навальный возвращается, и потом масштабный, новый, абсолютно новый, невиданный для страны виток репрессий. Конечно, это была подготовка к войне. В этом уже сомнений сегодня нет. Поэтому я отсюда и ответ на ваш вопрос. Но кто это может быть, когда ты, даже если лайк поставишь в Фейсбуке, у тебя могут быть большие проблемы. Ясно, что Навальный по-прежнему остается лидером. Тут сомнений нет. Вот мы, да, вот обсудили с вами, значит, Михаила Ковальчука и вот эти безумные теории по поводу миропорядка и биологического оружия. А вот кто отвечает в России за вот этот креатив, да, за вот эту букву Z, которая очевидным образом, ну, во-первых, это свастика, во-вторых, это Z из слова нации, в-третьих, ну, почему латинская буква, а не русская? И вся эта история про то, что вот сейчас, значит, российским регионам, это появилась новость недавно, поручили отметить годовщину присоединения Крыма в стиле Z. Кто отвечает за этот креатив, в принципе, и почему вдруг настолько беззастенчиво можно использовать, ну, реально нацистские символы? Просто не знаю, не могу вам сказать. Не знаю. Сейчас моих знаний, у меня нет дополнительных знаний, а моих вообще представлений и понимания устройства власти недостаточно для того, чтобы понимать, как эта система работает прямо сейчас. И либо это в армии было решено, либо... То есть то, что это начал раскручивать Кремль, и что указания там по автопробегам, по Москве, там, по выстраиванию буквы Z там, сотрудников бюджетных учреждений в регионах и так далее. Это все теперь необычная практика. Детей из хосписов, Эти команды, конечно, исходят из Кремля. Тут это понятно. Но кто изначально это придумал, вот я вам так сходу не скажу. Сейчас этим, конечно, управляет Кремль. Ну, именно вот пропагандистским содержанием. Как построиться, как показать по телевизору, какие указания губернаторам поступают на этот счет, как они там дальше у себя по инстанциям пускают и так далее. Это все исходит из Кремля. И также, ну, мы знаем, да, о том, что вот вы только что сказали о том, что, во-первых, в прошлом году объявили иностранными агентами очень многие медиа и организации, да, все это закончилось тем, что все окололиберальные и либеральные медиа также были закрыты. Правильно ли я понимаю, что особенно россияне не заметили исчезновение канала «Дождь»? Я думаю, что вам больно это слышать. Ну, если на антивоенные протесты вышло всего несколько тысяч человек по всей России, то, в принципе, я так понимаю, что с «Дождем» таких протестов против исчезновения медиа, за которыми люди следили, в принципе, не было совсем. Ну, протестов не было, никто не выходил. Я не знаю про людей, которые выходили на улицу в протест против выключения «Дождя» или «Эхо Москвы». Но это не значит, что никто не переживает их уход. У «Дождя» были миллионы зрителей, у моей программы были миллионы зрителей, у «Эхо Москвы» сотни, ну, я не знаю точно аудитории, но то, ну, в Ютьюбе тоже много, и так далее. Конечно, это были значимые источники информации для большой части российского общества. Это абсолютно очевидный факт. И то, что люди, которые смотрели «Дождь», я очень остро ощущаю эту потерю. Я знаю не только по тем сообщениям, которые я получаю в свои мессенджеры с тех пор, но и просто потому, что я понимаю, как чувствует себя человек в России, который слушал и смотрел «Дождь» и теперь лишен этой возможности. Ну, при этом, да, мы видим, что максимально, если говорить о социальных медиа, то это максимально все-таки россиян расстроило именно закрытие Инстаграма. Вот самые громкие стенания были по этому поводу, да, но при этом мы же понимаем, что инстаблогеры или есть очень, как это сказать, некрасивое выражение, инстателочки, но они не являются теми людьми, которые будут движущей силой протеста. Есть ли у вас объяснение, почему именно Инстаграм вызвал такое расстройство среди россиян?
Конечно, конечно, Инстаграм все-таки Инстаграм гораздо более укоренен уже в России давно, чем Фейсбук, Инстаграм. Не случайно Роскомнадзор разослал через госуслуги письмо всем гражданам России, я тоже так получил, о том, что не волнуйтесь, мы думаем над заменами туда-сюда, но как-то успокаивающе. Потому что Инстаграм — это источник дохода, да, для сотен тысяч людей. Это действительно абсолютно аполитичных. Это та проблема, которую Кремль уперся уже давно. Вы закрываете Инстаграм, вы нарушаете ритм жизни людей, которые ритм жизни многих лояльных людей, которые пассивно лояльны режиму, которые живут и не лезут, не думают свергать Путина, у которых все в порядке, в принципе. И вдруг они отрезаются от источников дохода, от своих бизнесов, по сути, своих частных. Таких, это бесконечное количество. Это в целом было лояльно, потому что эти люди, которые добились успеха благодаря вот, за последние несколько лет, благодаря тому же самому Инстаграму, их все устраивает. И вдруг им сказали: извините, до свидания. Конечно, это огромная проблема. Это поэтому YouTube не закрывали до сих пор, и до сих пор, и пока не закрывают, хотя сейчас это уже, кажется, недолго ему осталось. Но это та проблема, про которую, конечно, в Кремле думали, чтобы вот здесь Facebook закрыть, не это подумаешь, там сидит политизированная либеральная тусовка еще там с начала 10-х годов в Болотной площади, на нее всем наплевать давно, это факт. А вот люди, которые в Инстаграме сидят, это другая аудитория. И когда ее отключают, даже если я не делаю бизнес в Инстаграме, даже если это не источник моего дохода, даже если я просто в нем сижу, я понимаю, что что-то сильно не так, раз у меня Инстаграма больше нет, и мне нужно скачивать VPN, чтобы снова его включить. Но там уже все будет по-другому. А сделает ли это вот эту аполитичную публику, да, аполитичную аудиторию, которая сидела в Инстаграме, политизированной? Ну, станут ли они задумываться, а почему это происходит, а может быть, что-то не так с моей страной? Безусловно, в этом нет никаких сомнений. И это и санкции, и курс доллара по 115-120 рублей, и закрытие Макдональдса, в который больше нельзя пойти, и закрытие всех остальных брендов и магазинов, подорожание стирального порошка на 40% вдруг внезапно, безусловно, будут восприняты именно в политическом контексте. Никак иначе не могут быть восприняты. Это совершенно очевидно. А дальше люди будут взвешивать. Им, во-первых, страшно, потому что все понимают, что происходит. Все. Нет людей. И лояльны, и нелояльны. Всем понятно, под кем они живут. Кто они в этой системе власти. Не верю, что может быть по-другому. Все прекрасно знают, что они подданные. И крепостные, по сути. И дальше это вопрос сочетания страха, возмущения, какой-то попытки построить какую-то перспективу и будущее, солидарности в том виде, в каком она существует. Безусловно, не на том уровне, на котором она есть в Украине нынешней и так далее. Это абсолютно новая реальность, в которой люди будут искать новые точки опоры и, конечно, думать о том, что с ними происходит и почему. В этом сомнений нет. Другое дело, каким выводом они придут. Ну вот есть тоже такая теория, что когда мы говорим там об каких-то западных брендах, которые уходят из России, да, закрытие Инстаграма, что это в большей степени коснется больших городов, да, которые пользовались благами цивилизации и, в общем, для которых эти все H&M и так далее были важны. А в принципе, когда мы говорим как бы про широкие российские массы, ну, они привыкли жить в бедности, ну, они обеднеют, ну, типа все нормально, бюджетникам зарплаты платить будут, и, соответственно, вероятнее всего ни на что, ни на какую политизированную это не повлияет. Вот не видите ли вы в этом противоречия? Не вижу. Широкие массы живут в городах, а не в деревне в России. Неверно представление о том, что решает, что устойчивость режима она определяется, значит, жителем из сельской глубинки. Это не так. Это такой пропагандистский штамп. В общем, это неверно. Конечно, история России творится в больших городах. Прежде всего, понятно, что Москва — это самый либеральный город и государство в государстве в этом смысле. Но сейчас мы видели, что происходило. Эта почва уже для протеста давно готова.
Мы помним, что происходило в Хабаровске в летом 2020 года. Мы помним, что происходило потом. Какие силы тратят теперь Владимир Путин на то, чтобы подавить протест. Такого количества арестов не было в России никогда, какие начались с 2020 года. Просто никогда не было такого. Поэтому, да, есть, ну, конечно, есть аудитория, которая готова просто сидеть и ее так как все устраивало, так и будет устраивать. И она просто ориентируется на власть, независимо ни от чего. Конечно, есть такая аудитория. Есть часть общества, которая воодушевлена, очевидно, тем, что происходит. Верю, что такая часть общества есть. Не верю, что она хоть как-то сопоставима с тем сегментом общества, который поддержал историю с Крымом, аннексию Крыма в сколько там, 8 лет назад, да? 8, да, 8 лет назад. 8 лет назад. Не сопоставимо. Ну, конечно, всегда есть какая-то часть общества, кроме того, что она лояльна власти, она еще и, значит, националистическая, она там вообще в целом позитивно настроена по отношению к насилию, как таковому. Ей нравится война. Такие люди точно есть. Но опять-таки, сколько их? То, что в целом российское общество будет мучительно думать о том, что с ним происходит, у меня по-прежнему нет сомнений, и противоречия тут не вижу. Михаил, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашим слухачам, що це був Михайло Фішман. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.